Бывший не вернется, если повел себя так. Не жди, не надейся. Расставание – это всегда сложно и больно. И расставшись, мы не можем прогнать навязчивую мысль о том, что рано или поздно все вернется в свое русло, и бывший будет рядом, как и прежде. И желание вернуть его бывает порой таким сильным, что мы не отдаем себе отчета в том, что это может быть невозможным вовсе. Что же, давайте разберемся и выясним причины, которые явно указывают на то, что бывший никогда к вам не вернется и даже не думает об этом. После расставания с вами у бывшего появились новые отношения с другой девушкой. Многие девушки считают, что если мужчина вступил в новые отношения после расставания, то таким методом он хочет привлечь бывшую на свою сторону, то есть вызвать у нее ревность. Или же показывает, что хочет поскорее забыть вас и все, что между вами было, заглушить, так сказать, боль. Нет. И еще раз нет. Если человек любит, пусть то женщина или мужчина, то сразу же после расставания он никогда не будет искать другую любовь, а наоборот, ждать, надеяться и, возможно, пытаться вернуть отношения. Если ваш бывший осознанно сделал выбор и решил строить новые отношения с другой женщиной, то не нужно надеяться на то, что когда-то он вспомнит вас и захочет вернуться. Увы, он не преследует такую идею, ему это не нужно. Хотя почему? Бывают такие случаи, когда бывший вдруг после нескольких месяцев расставания понимает, что вы были лучше нынешней возлюбленной и решается вернуться. Но поверьте, это не любовь. Это уже будет его обволакивать страх одиночества, пониженная самооценка, но не искреннее желание возобновить с вами отношения. Второе. Никогда не говорит о вас в кругу ваших общих друзей. Наверняка у вас имеются общие знакомые и друзья, которые поддерживают отношения с вами и вашим бывшим. И поэтому в общении по-любому будут вопросы о вашем бывшем. И также наоборот. Если у вашего бывшего остались теплые чувства к вам, то он обязательно о вас спросит у общих друзей, а они передадут эту информацию. Но если бывший окончательно решил распрощаться с прошлым, то вы не узнаете о нем, не услышите то, что он о вас расспрашивает. Этого просто не будет. Третье. Бывший вернул все ваши вещи. Если после расставания ваш любимый не спешит возвращать вам все ваши вещи, значит, он надеется на возобновление отношений. Но если случается ситуация совсем наоборот, бывший отдал вам все ваши вещи вплоть до мелочей, то это сигнал того, что он не желает продолжать отношения и твердо решил расстаться. Больше вас нет в его жизни и уже тем более в его личном пространстве. Четвертое. У вас новые отношения, он никак не реагирует. Когда мужчина любит и узнает, что у девушки появились отношения, то он проявляет какую-то реакцию. Начинает ревновать, возможно, открыто. Звонит, пишет, спрашивает, это правда, что у тебя есть другой? Ты его любишь? Или вы узнаете от общих знакомых, что он спрашивал о вас? А может, приходит к месту вашей работы, чтобы провести вас домой. То есть, если бывший все еще любит и не решился окончательно вас забыть, то реагирует на нового вашего ухажера. Но если от него нет никаких реакций, то, к сожалению, ему не интересна ваша жизнь.